В Ханты-Мансийске выпал снег, а еще в окружной центр приехали Деды Морозы. Так организаторы рассказали участникам форума «Утро» о новогодней столице Сибири. Молодежь могла не только поиграть в снежки настоящим снегом под палящим солнцем, но и написать письмо сказочному волшебнику. Присоединились к празднованию летнего Нового года и дети из Макеевки, которые сейчас проводят в столице Югры свои каникулы. У меня все предусмотрено. Тут холодильничек рядом стоит. Все, я там мороженое беру. Оно мне помогает сохранять форму и не таять под таким жарким августовским солнцем Ханты-Мансийска. Дети много писем написали? Очень много, целый почтовый ящик.